тебе. Что забирать вообще? Переговариваются. Тот из трактора тянет. Никогда не видал такого. Вода пошла? Да, забирай. Вода пошла? Я же сказал, да, забирай. Там из трактора спрашивают, пошел. Я думал, как они его перегнут-то туда, а там сам тянет его. Меряет, сколько она идет. Сейчас вот показывает, там удар ползет. Все знает, что делать. Молодцы, ребята. Там, видимо, вытаскивают по одной трубе. Теперь, как он их насаживал, так надо и убирать. Я так догадываюсь. Он там сидит и руководит. А вот нитка ползет. Веревочка, все. Когда маленькая разбивает, машину делает. Тут он набрал 8. Теперь все знаки с дороги убрали. Все уносят. Этот поднимает его повыше, чтобы она не на земле лежала. Видишь, как на цепи. Молодцы.
она сейчас, газовая труба, пройдет вот сколько, 60 метров, и под землей. А тут поворот только вот так. Начали везде при шестах копать. А иногда тут асфальт, они под асфальтом идут. Тут там полметра еще, может, да, 1,80 метра вполне даже есть. Вот как газ достается. А то экономические, исторические факультеты кончают. И нам Потеряев один написал, говорит, у меня 2 высших образования, но делать я ничего не умею. А у нас тут есть такие, которые ничего не кончают, никаких учебных заведений, а все умеют делать. Ходят под землю, красиво как. Я так бы не знал, что там тянет. Как бы вообще, а как будто бы это удав какой-то идет. Я очень рад сегодня, что увидел такое, как работает. Такая работа обнадеживает и по другим областям. Мне очень не нравится, когда ругают президент, виноват Путин. Так делать надо, вот они не ругают, они работают. Газ пойдет, говорят, вот целая улица будет за решеткой вот этой вот. Я уже показывал. А это ничего не даст, что ты бурчишь там, грех на душу берешь. Тут в одном районе и то не проследишь. Вот у меня близкий знакомый мэр города был, Колганов Владимир Николаевич. А до него был Баварин Владимир Николаевич. Входил в десятку высших мэров России. И погиб в автокатастрофе. А этого убрали, убрали. Где-то что-то там на остановке или где не успели убрать лед. Как будто он убирает. Такой мужик был хороший. Всегда собирал, религиозный деятель, такая мирная обстановка. Сейчас ничего нет этого. Уже 3-го, наверное, мэра сменили. Савинцев был, другие, я их никого не знаю. А с теми близкие отношения были, ко мне приезжают сюда, бывают. И шпаз вот это. Упадешь, там подошел. Любопытный какой. Вот он. Вот так. Ползет, ползет. Это интересно, кстати. Он поднимается на склон, а она не тряпочная. Я не знаю, что это, абонит какой-то или новые какие-то составы. Да. Так глубокой атомной бомбы не достанет. Там уже вода натекла, но это все песок поглотил. Когда вылез. Сейчас могу даже туда пройти. Еще сидишь? Иди домой. Иди домой. Иди домой. Иди домой. Иди. Ух ты. Сейчас мне надо посмотреть, как он там. Я пошел теперь туда, где трактор этот. Не трактор, ну какая-то машина, не знаю, как назвать. Тащим туда. Трубу за трубой, видимо, отвинчивает. И дальше. Ну кто это делал-то? Сколько ему труда было? Такое приспособление не было. Он делал, смотрели, переделывали.
Тараска, ты все правильно догадался. Замерзли, а охота узнать, чем у них это все это кончится. Ну тут понятно, он ее вытащит. А теперь надо посмотреть там, насколько дальше пройдет у него. Я опять пойду туда. А туда еще, там вроде смотреть нечего. Здесь интереснее, на этой стороне. Слаженно они работают, вот что интересно еще. И какие мужики. Я сколько снимаю, под ногами почти кручусь. Ну нет, я метров на 6 от них. Там рядом стоял только. А они там вот стоят, все смеряют, смотрят. И бульдозерист поднимают. Трое стоят там, один там в кабинке, четыре. Здесь пятый. Ну дальше кто-то еще были, я может не тех посчитал. Сколько рычагов разных.
как это все. Вот так. Даже не знаю, сегодня что. 7 ноября 2019 года. Вот какая машина. Ничего не скрывают. Алтайпром. Видишь как. Оформлено. Видно, что не старая. Машина-то новая. Ох, как мы рисовали. Конь на повороте. Ну, видимо, так это больше похоже. Два фонаря. Все, серьезно так. А вверху там написано КАМАЗ. КАМАЗ. Три фонаря желтых сверху. Вообще. Что, все, наверное? Он что-то там еще подправляет. Я снимаю это на свет, на солнце. Отсюда-то не видно у него. Видишь, какая поднятая крышка. Понятно, что они ее вытащат тут. Ну и все на этом. Больше тут ничего не, никак. Им вымеряют, чтобы хватило на повороте там. Мужик знает свое дело. Осматривает технику. У нас нынче был Леонтьев Алексей Лаврентьевич. Все трактористы. Трактора стояли, ремонтировали. Этот ни разу. Все время что-то лазит, подтукивает. Знает, всю жизнь проработал на этой машине. Ну, на такой. Бульдозер. И так он хорошо потрудился, мы так его помним. Вот в это воскресенье хотим пригласить его в гости к нам. Он какой-то очень стеснительный, даже боится. Да я что, да я... Вот ты сильно уважил нас, работал. Что скажешь, где, сразу сделает. Я с ним был. Он будет сейчас делать, еще подожду. Ну, в общем, все. Так понятно. Сходить там посмотреть, что они в канаве делают. Это очень интересно. А это вот мы наверх лазили, где у нас оборвали телефон. Вода на одном месте, говорит, и камень мхом обрастает. А на щика ездит, а все порастеряешь. И люди, и собаки, и кошки знают тебя. Почтальон, что ли, мужчина. О. Не вымерли, видать, я отрезал. Это... Вот это неизвестно.
Поехали, положим. Пойдемте, положим. Заходите, калиточка. Я спросил, он говорит, а мы, говорит, на руках занесем. Нету, бать? Нет, и собаки нету. Прямо вот здесь договорились. Положите, как вам удобно. Только к воротам не вплотную, не подкладывайте. Вы хотите отвязать? Нет. Тогда надо отвязать. Он сказал, говорит, на руках занесут. Так она не пройдет. Да вот боком-то вот так, как стоит. А то это надо открывать, там замок. Посмотрите, скажите им. Я хотел, он говорит, нет, говорит, они на руках занесут. Знаете, еще тогда вам подождать надо. Я пойду принесу ключ, открою. Да попробуем сейчас. Попробуйте. Это к нам во двор, чтобы никуда не делали. Сейчас они отойдут. Надежды-то нету? Пришла. Пришла. Все, да? Нормально? Да, да. Ну, слава богу. Она не будет вам здесь мешать? Или убрать ее? А, вот она где. Знаете, что мы обойдем. Дело в том, чтобы завтра только убрали. А мы уберем завтра? Ну, уберется завтра. Все тогда. Да нет, не будет мешать. Мы обойдем ее. Ну, все, ладно. Нормально. Мы тут закроем на ночь. Все. Sure.